И покров Пресвятой Богородицы сегодня празднуют православные верующие. В основу этого события в христианском мире положено предание о явлении Божьей Матери в храме Константинополя. В Украине этот праздник особенно чтили запорожские казаки. Они считали Деву Марию своей заступницей. Сегодня большой церковный праздник, который давно уже чтется. Покров, она покрывает свою благодатью, скажем так, дает наставление и защищает от всего. Он всегда был важен для Украины, именно для Украины. А сейчас особенно в свете тех событий, которые происходят в стране. Во всех православных приходах Одессы сегодня состоялись праздничные богослужения. В храме святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого фонтана люди начали собираться еще в 8:30 утра. По народным верованиям, именно в этот день осень встречается с зимой.